Всем привет, с вами Теспи, и это переходная серия между первым и вторым сезоном RP Life. Приятного просмотра. Думали, способны играть в войнушку на моей территории? А вы кто? Послушай-ка, ваши выходки мне дорогого стоили. Поэтому, прежде чем получить ответы на свои вопросы, будь любезен ответить на мои. Расскажи-ка мне, что ты вообще помнишь из последних событий? Ну, так. Гризли! Так, надо выкинуть оружие! Быстрее! Где самолет? Вижу самолет! Отлично! Так. Я сбил самолет, отлично! Ё-моё, они продолжают стрелять, что делать? Но у меня есть еще немножко патронов, я никого не пущу сюда. Никого не пущу. Что насчет дочери? Что? Нет, сравняйте эту вышку с землей. Ё-моё! Он теперь знает, что я сбил самолет Дианы Шурыгиной, что она мертва! Она сдохла, но она должна была сдохнуть, рано или поздно, за такую-то наглость. Ё-моё, ну теперь у нас босс точно не отпустит. Это, насколько я понял, это его дочка. Ох. У меня есть немножко патронов на гризлике. На гризлике нету ничего. Ну, патрошки есть, надеюсь, у Феди тоже есть патрошки немножко. Мы никого не пустим на эту вышку. Будем отстреливаться. Это полиция, всем прекратить стрельбу, сложить оружие, поднять руки. Полиция приехала. Кто-то заплатил больше. What the fuck? Пока нет, только есть самое время сматываться. Прыгай с вышки, а я тебя прикрою. Побегу следом. Так, слазим. Сейчас нахожусь. Сколько еще осталось? Почти приехали. Что с ним делать дальше? Сказано было отвезти в бар на окраине тренд. А кем сказано? А вот этого пока тебе лучше не знаю. Что это за место? Офигеть, где я нахожусь? Обалдеть. Присаживайся. Ничего себе, кто это такой? Ты не интересовался у своего дружка? Откуда он достал для вашей шайки столько оружия? Ну, мы взяли его с военного склада? Не-не-не, не так. Он украл его с моего склада, чтобы мутить воду на моей территории. Это оружие должно было быть продано влиятельным людям. А из-за ваших выходок сделка сорвалась, и я потерял приличную сумму. Теперь доверие покупателей ко мне упало, поставки оружия сократились. Короче говоря, поднасрали вы мне знатно. И тем не менее, я спас тебя от Ярты. Интересно, почему? Интересно. А потому, что я считаю вот как. Если уж ты заварил эту кашу, то тебе ее и расклевывать. И я понес большие убытки. Ты сполна мне их возместишь. Ого. И что мне нужно делать? С этого момента ты работаешь на меня. А что касается твоего дружка, то он всю оставшуюся жизнь приведет за решеткой. Но если ты окажешься послушным мальчиком и нигде не накосячишь, то я помогу тебе вытащить твоего друга из тюрьмы. Вот мудак!
Он засадил Фиди за решетку. На улице в машине тебя будет ждать человек. Он отвезет тебя в твой номер отеля. На тумбочке в номере будет лежать кредитка. Тебе хватит на первое время. Купи себе что-нибудь переодеться поприличнее, а то смотреть стыдно. Я сам тебя найду, когда ты мне понадобишься. И даже не думай пытаться скрыться от меня. Не думаю, что ты сможешь найти хоть какое-то место, где я тебе не достану. У меня аж руки трясутся от того, как я его ненавижу. Так, окей, машина мне будет ждать снаружи. Да что это за место такое? Так, выход явно не тут. Стриптизерша, бар, ничего себе. Что это за место, где я сейчас нахожусь? Меня вообще привезли туда, где я вообще ни разу не был. Вот и машинка, которая меня ждет. Ё-моё. Чё-то мы не трогаемся. Стоим на месте. Вот это да. Я вообще в первый раз вижу эти места. Получается, Федя у нас сейчас находится в тюрьме. И этот подонок посадил Федя в тюрьму, чтобы я работал на него. Мы украли у него оружие. Сделали плохо его бизнесу. Из-за этого он стал на нас так агриться. Так. Даже не знаю. Ну, меня сейчас везут в отель, посмотрим, что там будет. Но места, конечно, впечатляющие. Я такого точно еще не видел. Как тут мне заработать денег? Надо с кем-то подружиться. Вот мне, конечно, с Федей повезло. Начал работать на него, и все, пошло как надо. Приехали. Приехали? Твой номер наверху. Пройдешь по коридору и направо. Там в тумбочке будет лежать у тебя карточка. Карточка, окей. Слушай, можно несколько вопросов? Да, задавай. А что это вообще за... Ты куда? Ты чего? Что это вообще за место? Если ты про то, с которым был бар, то это местный бизнес-центр. Местный бизнес-центр? А ты работаешь на того мужика, с которым я говорил? Да, я его личный водитель. Ничего себе. А что это за мужик-то? Это местный оружейный барон. Он здесь очень важный. Ага. Окей. Ну, спасибо. Удачи. Все. Утром за тобой заедут. Утром за мной заедут еще? Ничего себе. Так, на последнем этаже в конце коридора. Окей, глянем. Так, где тут лестница? Так, явно не тут. Вот лестница, это у нас отель. И тут уже есть мой номер. Последний этаж. Ё-моё. Блин, надо как-то обмозговать все, что происходит. Так, это мой номер. Ничего себе. А мне интересно, за него платить надо? Так. Ага, вот и карточка, о которой мне говорили в тумбочке. Банковская карта. И двери. Двери, чтобы я мог поставить и закрыть свой номер. Ну да, они подготовились. Серьезно, ребята. Ого, тут есть выход на балкон. Ничего себе тут видок. Да, место очень красивое, но где тут Федя? Надеюсь, он вообще в этой тюрьме? Не там, где я был. Не там, где мы сражались. Не там, где уничтожили Ярди. Прямо на моих глазах. Я надеюсь, то, что он где-то тут. И я его отсюда выручу. Так, двери мы можем поставить, замечательно. Да, номерок такой уютный. Намного уютнее моего дома. Ну давай мы отдохнем. Надеюсь, я утром разберусь. Обмозгую все. За мной обещали заехать.
Посмотрим, что будет. Надо поспать. А на этом РП Лайф подходит к концу. Если тебе понравилось, обязательно ставь лайк. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующая серия. Также можешь подписаться на канал, если еще не подписан. Спасибо большое за просмотр. Удачи и до скорых встреч.